Да, экстракт корня лопуха, друзья мои, он показан вообще при многих состояниях, ну и, конечно же, мастопатии, кистозная, фиброзно-кистозная мастопатия, узловая форма мастопатии, фиброаденомы, да, это все, друзья мои, конечно, предраковое состояние. Но мы знаем, что такое может быть вообще, что может случиться с молочными железами у женщины. И вот, во-первых, экстракт корня лопуха принимать нужно обязательно, это одно из показаний. Ну, а во-вторых, мамапринол, друзья мои, создано специально для нас с вами. Мамапринол действительно улучшает состояние сосудов в молочной железе, действительно разгружает вот эти кисты, эвакуирует то содержимое, которое там содержится, улучшает функцию молочной железы, предотвращает раковые заболевания, да, и уменьшает болезненность. Также мамапринол показан для того, чтобы избежать вот этих неприятных ощущений в болезненной предменструальный синдром, когда грудь отекает, становится болезненной, ну и в климактерический период. Мне понравилось, ты рассказывала, вообще ты занимаешься очень тесно детским, женским здоровьем, в том числе, да. Да, ты рассказывала, что грудь в норме, она не должна болеть, да? Да, Наденька, вообще совсем. И не должна совсем отекать. Да, не должна. То дело есть это в том, такие что первые звоночки, на которые надо обратить внимание, совершенно, да? Верно. Если появляется отечность, а отечность, как определить отечность? Это с вами не ножки, да, мы не можем надеть носочек, чтобы определить отечность. Отечность — это когда грудь увеличивается в объеме. Поэтому если вы купили бюстгальтер уже на размер больше, это означает, что с грудью что-то не в порядке, нарушен гормональный баланс. Ну и, конечно, до груди, если дотрагиваться, она вообще не должна болеть. Поэтому если вам как-то вас ударили, или вы сами приложили руку, или она болезненная, болезненная грудь становится перед месячными во время климакса, да, и это грозный признак, это мастопатия. Нормальная грудь не должна болеть, женщина, мои дорогие, она создана для того, чтобы накормить потомство. Здоровая женщина не чувствует свою молочную железу. На ней можно повиснуть, да, и, естественно, тянуть ее в разные стороны, ничего с ней не будет. Что, собственно, и делает ребенок, когда сосет грудь своей мамы. Ну, смотрите, вот у нас состав очень мне нравится, похож по... Ты говоришь, что тут есть состав здесь лопух, а да, вот здесь в составе полипринол, друзья мои, полипринол, экстракт лопуха, и все это, естественно, улучшает состояние клеточной мембраны, мышцы и итак, молочных протоков. Если есть проблемы с грудью, обязательно берите и лопух, и мамапринол.